Очень многие люди спрашивают у меня, где найти хорошего врача-эндокринолога. И также много вопросов у людей об эндокринологических заболеваниях, и они часто не знают, где получить эту информацию. И вот сегодня мы подошли к зданию эндокринологического республиканского центра при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. Все ответы на наши вопросы здесь. Во-первых, наука эндокринологии – это достаточно очень сложная, интересная наука, потому что это железы внутренней секреции. Это все наши гормоны, которые практически не видны, да, но которые контролируют все обменные процессы, что бы мы ни делали. Да. Наша наука, она получает, вернее, специализация, да, эндокринолог – это и врач-терапевт, это и врач-хирург, это и врач-невропатолог, это и врач-комплексный уролог-гинеколог, да, это все-все-все, потому что у нас наши гормоны, они вырабатываются практически по всему организму, да, начиная с головы, гипофиз-гипоталямус, да, гипоталям-гипофизарной системы, и кончая периферическими органами, такие как щитовидная железа, надпочечники, половые органы, да, ну и, конечно, куда же мы без сахарного диабета, да, сахарный диабет – это 2/3 больных как минимум. Да, из тех, которые обращаются на прием. А если мы говорим вообще про те больных, которых мы не видим на приеме, да, это, наверное, будет еще больше. Да? Железы внутренней секреции, они достаточно сложные, они вырабатывают гормоны по принципу прямой либо обратной связи, то есть идет стимуляция от головы до периферии, да, и обратно от периферии посылаются импульсы к голове для того, чтобы гормоны вырабатывались больше или меньше. И наше настроение, наша иммунная система, наши все внутренние как бы органы во многих случаях зависят от того, насколько наша эндокринная система работает правильно или неправильно. В этом плане вот это занимается наука эндокринологии. Наука о внутренней секреции организма. Их становится больше. Люди больше обращаются к врачам-эндокринологам, чаще обращаются к врачам-эндокринологам. Но, наверное, это еще связано с тем, что мы открыли границы. Да? В плане того, что раньше наш центр был только городской, и в основном сюда могли попасть только городские пациенты, которые проживают или которые временно находятся в городе Бишкек, да, а сейчас мы открыли на всю республику. И вот последние годы, когда мы стали эндокринологическим центром при Минздраве, мы, конечно, увидели более редкую патологию. К нам не только пациенты с сахарным диабетом, патологии щитовидной железы сейчас обращаются, да, к нам приезжают патологии. И со стороны нейроэндокринных заболеваний очень много, да, у нас появились патологии кальциевого обмена, очень много пациентов. Как ни странно звучит, мы вроде бы солнечная страна, но у нас очень много пациентов с патологией дефицита витамина D. Очень много на самом деле, потому что мы все офисные становимся, да, мы рано утром уходим на работу, поздно вечером возвращаемся с работы, солнечного как бы энергии натуральной мы редко когда получаем, или наши женщины, девочки, они часто находятся дома закрытые, да, опять-таки в связи с исламом в некоторых случаях, да, и не выходят лишний раз, или закутанные выходят, да, что солнце не поступает, и витамин D как таковой в организме не синтезируется. Вот такие проблемы есть. Очень много стало появляться проблем, связанных со стрессами, да, и вследствие этого идет нарушение со стороны репродукции. Да, и у мужчин, и у женщин бывают проблемы со стороны репродуктивной сферы, да, и они тоже после обследования уролога-гинеколога обращаются к врачам-эндокринологам, в том числе, чтобы исключить чисто эндокринная патология, это идет, либо это следствие репродуктивных нарушений, которые будут лечить сами специалисты, урологи-гинекологи. К эндокринологу специалист направит семейный доктор в первую очередь, да,
И патология эндокринной системы, она не проявится прямо вот сейчас, внезапно, без ничего, да. Эти симптомы, они в некоторых случаях развиваются постепенно. То есть редко когда прям большое образование или какие-то большие выбросы гормонов происходят вот сейчас и сразу, да. Поэтому на что обращаем внимание? Если меняется внешность, если нарастает слабость, если идет хроническая усталость, если появляется очень большая сухость во рту, частое мочеиспускание, какие-то нарушения со сна, беспричинные головные боли, да, или боли, допустим, в костях, риск остеопороза, да, склонность к переломам, да, это в том числе может быть проблемы и эндокринной системы. Надо будет обратиться к семейному врачу. Семейный врач отдифференцирует свою патологию, да, и если потребуется, направится к врачу-эндокринологу. Часто у нас пациенты обращаются к эндокринологам после того, как посетили УЗИ или посетили какого-то другого специалиста, да, и в комплексе, да. Некоторые изменения, они не будут требовать консультации эндокринолога, да, они будут решаться на уровне семейного врача. Поэтому обратитесь вначале к своему семейному доктору, да, и уже семейный доктор порекомендует, надо ли вам идти к эндокринологу, либо будет решаться все это на уровне ЦСМ. Давайте начнем с того, что у нас заболеваний эндокринной системы очень много. Есть заболевания, которые предотвратить, к сожалению, невозможно. Да? Ну, по крайней мере, мы не сможем сказать, что диабет первого типа можно предотвратить. Да? Это заболевание в детском возрасте чаще развивается, или там, в молодом возрасте, это по каким-то причинам поджелудочная железа перестала вырабатывать инсулин. Да? Сказать, что вот, будешь держать питание нормальное, инсулин выработается заново, такого не будет уже, да? Но, например, диабет второго типа, он вполне можно его предотвратить, если человек знает, что он находится в группе риска, или, по крайней мере, отсрочить начало заболевания, ну, до того, пока как бы уже не будет таких нарушений. Что делается в первую очередь, да? Это поддержание здорового образа жизни, да? Это по возможности правильный сон. Да, чтобы было как можно меньше стрессовых ситуаций, да, или, по крайней мере, человек разумно мог выходить из этого стресса, да, чтобы у нас не было этих отклонений. А дальше мы говорим о том, что люди, которые в группе риска находятся с сахарным диабетом, они должны как минимум один раз в год проверять сахар крови. Да? Если есть необходимость, да, врач-эндокринолог или врач семейный уже назначит более обследование. Да? Поддержание активной физической деятельности. Да? То есть человек должен двигаться. Нельзя постоянно только сидеть, да, или какие-то движения, малоподвижный образ жизни, когда у нас часто идет. Да? Особенно на период карантина многие люди были закрыты, у многих пошел прибавка веса. Вот риск ожирения, риск сахарного диабета у нас сейчас выходит на первый план. Хотя, казалось бы, опять-таки в Кыргызстане много овощей, много фруктов, и у нас раньше не было так много толстых и полных людей, да, с избыточной массой тела. Поэтому вот это малоподвижный образ жизни, поздние приемы еды, обильные приемы еды, много фастфудовских вещей, да, которые у нас опять-таки в питании появляются, да, вот это надо стремиться избегать. Потом маленькие дети, например, опять-таки не знают много вкуса сахара, соли. Да? Мы сами, родители, со своей стороны к этому приучаем. Может быть, не стоит давать маленьким детям вот именно соленые, сладкие продукты, да, до определенного возраста, чтобы не было искусственного привыкания. Да? Ребенок, он должен получать натуральные продукты. Да? И питание должно быть домашнее, здоровое, да, без всяких каких-то дополнительных там, лишних, ненужных вещей. Вот в этом плане профилактика. Что касается патологии щитовидной железы, ну, опять-таки, мы живем в зоне йододефицита. У нас у многих есть нехватка йода. Соль должна покупаться йодированная, соль должна правильно храниться, соль должна купиться килограмм, да, этот килограмм мы должны съесть и только потом покупать новую соль, чтобы она, опять-таки, не теряла вот эти полезные свойства йода. Но уже, конечно, назначать препараты типа йода-марина или какие-то другие вещи, которые содержат йод, да, в нашем случае не всегда оправдано, потому что это надо. Это обязательно нужно делать, но у нас есть заболевания, при которых йод, к сожалению, может быть лишним.
да, потому что есть нарушения именно иммунной системы, есть заболевания, которые с избыточным уже выбросом йода идут, да, поэтому уже назначение лекарственных препаратов и таблетированных каких-то добавок, да, это уже будет должен решать врач семейный либо врач-эндокринолог. А соль пищевая должна быть хорошего качества, это должно быть у каждого человека на столе. Вот это как профилактика. Если вдруг появляются какие-то проблемы с ситуацией той же самой репродукции, да, часто причина идет воспалительные процессы, либо опять-таки факт переутомления. Да, значит, надо нормализовать сон, да, надо вовремя лечить воспалительные заболевания, да, чтобы опять-таки меньше было нарушений, в том числе с эндокринной системой. Потому что эндокринная система, она как иммунная система, очень сильно реагирует на стресс. Любой стресс сразу будет и давать какие-то отклонения со стороны эндокринологии. Вот да, сейчас ситуация с ковидной инфекцией, которая была, да, у нас у многих страдали органы эндокринной системы. У кого-то щитовидная железа, у кого-то надпочечники, у кого-то подскоки сахара крови. Да. Это все кратковременно, у кого-то, может быть, это все исчезло после выздоровления, да, у кого-то может оставаться. Да, вот это надо будет обследование дополнительно проходить. Но в плане рутинного обследования чаще, конечно, это люди старше 40 лет. Да? Люди старше 40 лет, старше 45 лет, да? Особенно те, у которых есть группа риска, потому что сахарному диабету или какие-то другие патологии, да? Мы должны проверить общеклинические обследования, как раньше был медосмотр, да? Включающий обязательно сахар в крови, липидный спектр, да? Обязательно кардиограмма, да? Чтобы не нарушить какие-то, не пропустить какие-то заболевания. Да? И уже после этого пойдут обследования более специальные. Да? Может быть, УЗИ потребуется, может быть, не потребуется. Может, гормоны потребуется сдавать, может быть, не потребуется. Да? Но поддержание здорового образа жизни – это нужно для всех. Если мы говорим про патологию щитовидной железы, ну, что часто в нашем регионе опять-таки встречается, вот это ощущение чувства комка в горле, оно бывает не только при щитовидке, но оно должно насторожить. Да? И вот тогда уже врачи будут давать обследование на УЗИ, если к этому будет необходимость. Потому что часто бывает комок в горле на фоне стрессов того же, да, на фоне остеохондроза, да, и только часть больных будет иметь патологию со стороны щитовидной железы. Да. Может быть, это после вирусных инфекций, может быть, это на фоне там, какого-то заболевания, обострения. Да. Но часто идет патология краевая, именно наши узловые зобы. Опять-таки сразу говорим о том, что мелкоочаговые узлы, да, они не требуют лечения сейчас, как раньше. Да. Мы во многих случаях их будем просто наблюдать, чтобы пациенты тоже знали, потому что многие обращаются к врачу, говорят, что вот им поставили узлы, а мы говорим, ты здоров, иди, потому что здесь как бы нет такой патологии, которая требует лечения. Но другой момент, ты не должен шею греть, ты не должен там какие-то лекарства с йодом употреблять, чтобы не заставить этот узел работать лишний, да, раз. И обязательно обследование, просто контрольное. Если этот узел не будет расти, если он не будет давать гормональные нарушения, да, за ними можно просто наблюдать и следить там один раз в год, может быть, раз в несколько лет, да, ну, в зависимости от того, насколько активные проявления этих узлов будут в будущем. Но патология есть другая. Есть патология гипотиреоз, тиреотоксикоз. Да, есть эта патология уже, допустим, узлы, которые могут дать онкологию. Вот эти заболевания требуют лечения. Да? В некоторых случаях требуют оперативного лечения, либо уже обследования в других клиниках, которые у нас в Кыргызстане не всегда делаются. Да? Сахарный диабет. Опять-таки люди, которые следят за весом, которые проводят самоконтроль глюкозы, да? Которые придерживаются всех рекомендаций врача, а у них качество жизни хоть и меняется, да? Но не сильно ухудшается в плане. Да? При диабете мы сейчас мало что запрещаем. Мы в некоторых случаях разрешаем многие продукты, но ты должен убедиться, что сахар после употребления этих продуктов остался в пределах допустимой нормы. И если он остался в пределах допустимой нормы, если вы с врачом достигли целевых значений, значит все в порядке. Да? И, конечно, у нас нельзя пропускать такую редкую патологию. Да? Ну, для нас она редкая. Она, может быть, встречается чаще, но просто пациенты к нам реже доходят. Да? Это заболевание гипофиза гипоталямуса. Это заболевание надпочечников. Да? Поэтому если у вас беспричинные головные боли, да? Если у вас нарастает слабость, еще раз повторюсь, если у вас меняется внешность, да? Если подскакивает резко давление и не сбивается препаратами, вам надо будет обязательно обратиться к эндокринологам. Мы тогда будем обследовать на вот эту редкую патологию. Или наоборот, очень сильно падает давление. Да? Это может быть проблема с гипофизом гипоталямусом, либо проблема с надпочечниками.
нас в центре клинико-диагностическая лаборатория, где мы делаем исследования на клинику, на биохимические виды исследования и на гематологические виды исследования и на гормоны щитовидной железы. По биохимическим исследованиям мы делаем исследования на триглицериды, холестерин, глюкоза крови, ацетон в моче. И хотелось бы отметить, один из анализов мы делаем сейчас — гликолизированный гемоглобин. На сегодняшний момент мы сделали 1500 анализов. Мы делаем это на биохимическом анализаторе. Этот анализ в частных лабораториях стоит от 500 до 700 сомов. В нашей лаборатории мы делаем это для наших пациентов с сахарным диабетом бесплатно. И это доступно для пенсионеров, для детей, для беременных женщин, что одно из самых важных. Также мы делаем на гормоны щитовидной железы, это ТТГ, свободный Т4, антитела к ТПО. В нашей лаборатории используется автомат, гематологический анализатор 5DIF и биохимический анализатор BS-240. Это последнее поколение, является достижением. Мы тоже стараемся быть ногу со временем, клиентоориентированными, чтобы это было доступно. Получены вот такие оборудования, где можно делать несколько видов исследований. И здесь занимает очень мало времени, точность очень хорошая. А вообще лаборатория состоит из преаналитики, аналитики, постаналитики. 70% ошибок – это при аналитическом этапе. Пациенты должны быть правильно подготовлены. Допустим, например, на глюкозу крови обязательно нужно натощак. После 6 вечера ничего не есть, после ужина. И утром рано, даже не почистив зубы. Да, нужно приходить подготовленным. Центр работает, центр будет развиваться. Мы всех пациентов принимаем вне зависимости от прописки. Самое главное, чтобы было киргизское гражданство.